Сквер Мичурина – одно из излюбленных мест отдыха жителей Октябрьского района. Неудивительно, что на Гагаринский субботник, чтобы привести эту зеленую зону в порядок после зимы, вышли не только сотрудники муниципальных предприятий и служб благоустройства, но и неравнодушные самарцы, общественники и представители творческой молодежи. Очень важно. Здесь очень много детей, детский сад, площадка у нас сейчас красивая. У нас летом намного красочнее. Сейчас трава вылезет, цветочки посадят. Это эстетический вид. Приятно, наверное, гулять по чистой территории. Здесь дети постоянно отдыхают, бабушки приходят отдохнуть. Поэтому я считаю, что это очень важно. Вместе с жителями свой вклад в уборку сквера имени Мичурина, благоустроенного в прошлом году в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды, сделала глава города Елена Лапушкина, а также заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин, представители регионального отделения Общероссийского народного фронта и творческой молодежи. Елена Лапушкина также посетила оранжерею муниципального предприятия «Спецремстрой Зеленхоз», чтобы проверить степень его готовности к высадке цветов и зеленых насаждений на улицах города. Перед началом месячника по благоустройству глава города поручила директору МП Петру Кудряшову сохранить объемы по высадке однолетних и многолетних цветов на рекордном уровне, установленном в год чемпионата мира по футболу. В этом году глава города поставил задачу то же самое, не снижать эти темпы, сажать на таком же уровне, 33 тысячи квадратных метров. Это большая ответственная задача, но вы видите здесь, вот, оранжереи все полные, рассада вся готовая, здоровая. В мае, начале лета, планируется к высадке 1,5 миллиона штук различных цветов, в том числе новых сортов. Для муниципальных служащих, для наших муниципальных предприятий субботниками дело не ограничится. Это работа постоянная, это работа традиционная, это работа круглосуточная. Мне, как любой женщине, хочется, чтобы город был цветущий, яркий и зеленый. И, конечно, мне очень хочется, чтобы с каждым годом количество цветов в городе только-только увеличилось. И я рада, что мы действительно идем этим путем. Мы видим, что и рассада в этом году больше. Надеюсь, что и город от этого станет зеленее. У нас еще один средник запланирован на ближайшую среду. И, конечно, общий городской субботник, который у нас с вами пройдет 20-го. Я всех приглашаю с хорошим настроением, желанием все-таки выйти на территорию и сделать наш город чуть чище, чуть радостней. По итогам Гагаринского субботника на благоустройство общественных пространств вышли свыше 30 тысяч жителей Самары. А уже 20 апреля эта цифра может вырасти в несколько раз.